Ну что ж, друзья, всех приветствую на канале, с вами Десар. И давайте с вами пройдем эту замечательную Ratchet & Clank перед выходом на PS5. Ну что ж, всех приветствую, всех рад видеть. Усаживайтесь поудобнее, надеюсь, вам будет также интересно пройти ее со мной. Поехали. Да, нормальный. Мы, напоминаю, проходим на PS5 в 4К. Ну и посмотрим заставочку. Приятного просмотра. Открывайте седьмую. На выход, шеф. О, да, ты настоящий герой. Опознание заключенного 117. Шиф Геликс. Думаешь, расколот меня, легавый? Да я был в самых темных углах вселенной. Ты бы там точно заржавел от ужаса. Я был в вечных ямах Зордума, в железной крепости на Навалисе. А! Привет, новичок. Я... Капитан Кварк. Да даже и не верится. Собственной персоной. Я мечтал, чтобы вы меня арестовали. Иди-ка прогуляйся. Зет, я к тебе обращаюсь. Да, капитан. Что ж, новичок, я так понимаю, ты следил за моими подвигами. Еще бы! Вы же самый известный супергерой во всей галактике. Больше уже неизвестный. И слова ранят, одиночка, Билл. Я ваш фанат. Я даже предзаказал новую голую игру про Ratchet & Clank. Новую что? Ну, игру, в которой рассказывается про вас и про Ломбокса. А, ты имеешь в виду голофильм? Ну да, он ничего. Правда, сплошь компьютерная графика. Да нет, я говорю про игру. Она сделана по голофильму. Вот и письмо с подтверждением. Мне ее доставят прямо в тюрьму. То есть игра на основе фильма, снятого на основе моей биографии? Со мной же никто не консультировался. Ах, я сам виноват. Я слишком долго пробыл вдали от любящих фанатов в этой глуши. И теперь никто не услышит мою версию этой истории. О, я могу вас выслушать, капитан. Правда? Тогда присядь, друг преступник, и внемли моему рассказу. Все началось с незадачливого Ломбокса по имени Рэтчет. Куда это ты намылился? Эй, Грим, ты здесь? Я думал, ты пошел на базар за гравитационными катушками. Ага, ну я здесь. Я всегда здесь. Уж не вздумал ли ты случаем пройти отбор в эти, как их, галактические рейнджеры? Мне нужен всего один час. Ну ладно тебе, Грим. Это же галактические рейнджеры. Там будет капитан Кварк. Пока не починим корабль мистера Микрона, никуда не пойдешь. Живо берись за рукоятку! Ну что ж, друзья, вот оно начало. Давай, крутани! Давайте сделаем все, так, что он просит. Работают ли эти новые лампочки? Посмотри наверх, там ничего не мигает. Да, слева все нормально. Давай просто посмотрим чудо. Справа. Ладно, теперь форсажные фары. Глянь-ка вниз. Левый нижний дожигатель в норме. Может, эта штука и правда еще полетает. Чуток правее. Правый нижний дожигатель в норме. Так что, порядок? О, порядок. В новостях говорили, набор проводится на ярмарке. Покажи им, на что способен. Так, ну пойдем. И вот Рэтчет поддался тяге к приключениям, надеясь стать галактическим рейнджером. Рэтчет бил противников старым добрым мультиключом. Так, окей, это все просто. Чтобы взять верх над врагами, Рэтчет воспользовался старинным приемом из арсенала воинов. Прыжком! Пойдем. Рэтчет знал, что ему грозит смертельная опасность.
Если он окажется на краю гибели, нужно будет раздобыть нано-бокс. Я этой штукой пользовался после одного ограбления. Залечил 3 пулевых отверстия из 5. Томбас выказал явное неуважение к общественному имуществу. Смотрите, как он лупит по ящикам. Хулиганьё. Возможно, он просто берет болты, чтобы накопить на новое оружие. Так, это все просто, это все легко. Но тут главный, ты или я. Сбиваем ящички, собираем все, что есть. Окей, пойдем. Привет, новобранец. Я Кора Веролюкс. Пройди эту полосу препятствий. Посмотрим, насколько ты прыток. Впечатляет. Переходи к следующему испытанию. Ну... Так, это изи. Ну ясно, это все очень просто. Неплохо у тебя получается. Двигай дальше, переходим к оружию. Давай, возьми в этом автомате энергетическую гранату. Не пожалеешь. Круто, а теперь взрывай! Галактика Солана опасная. О чем свидетельствует большое число разбросанных по планетам ящиков с боеприпасами. Хорошо. Это все просто и легко. Так, это какие-то карточки. Так, получен комплект галокарточек. Для чего? Нашел первую галокарточку. Одну галокарточку. Ага, победа над врагом. Сразу 3. Окей, собрать все карточки. Супер, хорошо. Будем пытаться искать кварк. Вот он. Хорошо. Так, пойдем дальше. Все очень интересно и замечательно. Мне не хотелось, чтобы добавить остроты, мы бы оружили этих дурачков гаджетроновскими огнемятами. Наши юристы не страдают. Так, идем дальше. Пока все легко, все просто. Но надеюсь... Давай. Вот это было, конечно, жестоко. Ну хорошо, мы приехали. Противников, и ты станешь нашим новым рейсером. Хорошо, попробуем. Один годов. Так, это все легко. Новый уровень. Опа, класс. Увеличить максимальный запас здоровья. Неплохо. Может, перед нами следующий галактический рейнджер Саланы? Хорошо, у меня нет этих, но мы подбираем. И опять у нас есть. Хорошо, вторая часть уже будет эксклюзивно для PS5. Это будет очень-очень красиво, ребят. Потому что там будет применена трассировочка лучей, все отражение, красота. Есть, мы победили. Так, собираем все это. Неплохо вышло. Ух ты.
В общем, ребят. Несчастный знал, что его может выручить только лишь система. Там начался заблокированный эпизод из-за того, что была музыка. У него появился бы шанс спастись. Так, а вот это, наверное, Клэн. Ты найдешь этого дезертира. Так, нам нужно выбраться из завода. Хилый перевещик знал, что залог выживания — швырять бомбы во все препятствия на своем пути. Юный перевещик заметил пружинного бота и понял, с таким ценным устройством он сможет победить опаснейшую из сил природы — гравитацию. Бедолага должен был швырнуть пружинного бота. Но куда и как? Окей. Сейчас мы... Окей, так забрось. А, так мы его можем передвинуть, ёшкин ли. Теперь мы научили. Так, убегаем. Ух ты, что мы. А зачем ты за мной гонишься? Ну, очень забавно выглядит. Вернись сюда и давай. Отстань! Как робот с роботом. Я маленький робот, а ты большой. О нет, вода! Это было чересчур опасно. Фух, успели. Вдруг перевещик заметил энергобота. Это устройство могло обеспечить питанием другие машины. Класс! Ха, у тебя это самое, талант драму нагнетать. Спасибо, Шиф. Я и сам горжусь своим талантом рассказчика. В чем же проблема, Виктор? Я его не упущу, председатель. Сейчас он у меня крепит. Так, здесь мы берем. Замечательно, мы включили мост, а теперь отправимся. Оп, все, спасибо. Так, обязательно. Оп, хорошо кинули. Так, тихо-тихо. Собираем все. Это было нетрудно. Так, это было легко на самом деле. Побежали дальше. Опять этот. Надеешься убежать от меня? Конечно. Этот дикарь. Ха-ха! Не попал! Ёшкин дрын, хп-то нету. Ух! А ну вернись, жалкий. Отвали. Предатель. Не попал. Снова не попал? Чёртов ублюдок. Воу! Тебя на части. Вряд ли. Шестерню за шестерней. Не получится у тебя, большой. Вода! Опять вода. Ну что ж. В голове у Рэйчета роился миллион мыслей. Сможет ли он починить крошку робота?
Станет ли это началом большого приключения? Правда ли он забыл выключить протонный двигатель? Ответ на все эти вопросы был «да». Ну что ж, понеслась дальше. Попробуем добраться до гаража. Это неплохие зверушки, поэтому не будем их обижать. Они служат нам как фонарики. Так, все замечательно. Ты только не нападай на нас. Большие пропасти Рэтчета не пугали. Пересечь их было просто. Нужна была лишь петля и чуток отваги. Так. Петля и чуток отваги. А как же ж мы тут... Ага, вот она. Стоп, а как? Красота. Пушистого героя в удачно подвернувшемся ящике Рэтчет нашел воспламенитель. Во, еще одна новая пушечка. Рэтчет наслаждался возможностью менять оружие, когда захочется. Так, удерживайте. Хорошо. Ты неплохо стреляешь. Кайф, слушай. Так, нас немножечко обучают, и мне нравится. Тебе конец, Ломбакс. О, Бларги, что они здесь делают? У меня вот есть сведения, не представляющие угрозы для председателя Дрэка. Должно быть, он узнал, что я на этой планете и явился, чтобы их забрать. Так, хорошо. Мы же можем кидать это. Раненый. Грим, слушай внимательно. Запри двери гаража и спускайся в убежище. Я вернусь, как только смогу. Понял тебя, Рэтчет. Вроде со всеми разобрались. Неплохо, неплохо. Так, собираем все, что можем. Она же корабль смерти. Опа, L2. Супер. Ох ты ж, блин, я проиграл. Но такое тоже бывает, поэтому... О, это корабль Блазов? Верно. Если совсем точно, модель X6Z. Она же корабль смерти. Супер. Классно. Так.